привет! Вы на канале Рецепты Вредины, и сегодня мы готовим убойный завтрак. Булочки в духовке с мясом, сыром и яйцами. Натираем сыр на терке. Далее у булочки срезаем верхушку. Это будет нашей крышечкой. Аккуратно вынимаем мякиш из булки. Делаем такую лодочку. Ну, короче, такую вот формочку. Теперь нарезаем помидор кругляшками. Теперь в нашу булочку кладем мясо, далее помидорку, разбиваем яйцо, присыпаем все сыром и накрываем крышкой. Плотненько заворачиваем в фольгу. Готово. То же самое проделываем с остальными булочками. И выкладываем их все в форму. Далее отправляем наши булочки в духовку на 220 градусов примерно на 30 минут. Но смотрите по своей духовке. Лучше периодически доставать и проверять, схватилось ли наше яйцо или нет. Нам этого времени хватило. Такие горяченькие у нас получились. Яйцо тоже там запеклось. Все отлично. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Готовьте вместе с нами. Кушайте вместе с нами. Мы рады всем вам. До новых встреч. Пока-пока. Это очень вкусный завтрак. Советую всем.